Я уверен, что аэропорт Саратов станет еще одним аэропортом в нашей маршрутной сети, где аэропорты регионов смогут эффективно и качественно обслужить наших клиентов. Единственное, конечно, хотелось бы, чтобы аэропорт, такой красивый новый аэропорт, был все-таки оборудован современными средствами аэронавигации, и мы в случае тумана и снега не разлетались по запасным аэропортам. Я думаю, что другие коллеги из авиакомпании поддержат. Все-таки мы в 21 веке живем. Вторая категория – это минимум, который, это не максимум, к которому надо стремиться, а минимум, к которому надо стремиться. Я думаю, что летом следующего года вторая категория, уверен, заработает. Ваше личное участие. Что же касается рейсов Аэрофлота, вот уже послезавтра, в день официального открытия аэропорта, сюда прилетят первые рейсы. Потом, естественно, мы оценим пассажиропоток, условия и примем решение либо об увеличении количества рейсов, либо об увеличении емкости самолета. Этот год мы продолжаем летать до начала осенне-зимнего периода, а затем, в зависимости от загрузки наших коллег на воздушных судах, больше рейсовой вместимости, окончательное решение на осенне-зимний период мы примем ближе к его началу, то есть к концу октября. Есть, конечно, пожелание к оператору аэропорта поработать над стоимостью обслуживания в аэропорту, иначе нам будет крайне сложно обеспечить приемлемые для пассажиров тарифы на перевозки.